Всем привет! Приехал опять тут на ремонт к нам печальный автомобиль Mitsubishi Chariot. Этот Mitsubishi мы уже делали, устанавливали на него не так давно, может, недели 3-4 назад, 3, наверное, контрактный двигатель. Ну и, короче, опять у него проблемка. А что случилось, сейчас мы будем разбираться. Ну, расскажу вкратце, о чем мне владелец сказал. Короче, ехал он просто за нормально, все работал, поехал на работу. И просто он ни с того ни с сего стал, что-то у него как не заклинил, ну что-то грохнуло, и все, больше он не стал заводиться. Короче, будем смотреть, что с мотором. Ремень ГРМ у него на месте, вот он уже стоит тут. Вроде все в порядке, так визуально посмотрели. Не знаю, или перескочил ремень, или что-то там с ним случилось. Надо, короче, сейчас вот я, пока все стоит, давайте крутану его, посмотрим, как он крутанется, не крутанется. Так, ради интереса. Это заслон. Крутится мотор? Нет, это стартер проскальзывает. Он пытается завести, знаешь, и стартер, когда схватывает, он проскакивает. Да? Да. Еще. Это стартер. Может, что-то со стартером? Это стартер. Схватывал. Стартер. Пытается провернуться? Да, он чуть-чуть пытается. И много проворачивается? Мало? По чуть-чуть, прям, чуть-чуть. Стартер на этом. Так, давай, знаешь, что сделаем? Так, у него, короче, ну, наше такое мнение, он, Андрюха даже есть. Он схватывает, он бы завелся, мне кажется. Короче, что-то со стартером. Или со стартером, или венец полетел. Короче, надо сейчас посмотреть, скрыть там лючок снизу. Сейчас я еще посмотрю сам стартер. Не болтается. Там сейчас яма залезла. Ты тут стой. Что-то тут еще у него масло какое-то. Так, ну стартер вроде не откручены. Все нормально. Так, дистроны вот так. Сейчас я сниму здесь лючок. И посмотрим, что там с винтом. Может быть, все-таки там что-то с винтом случилось. Может, вообще нахуй. Может, щет ломился. Нет, там же болтики, может, эти открутились. Там же как-то у него по-хитрому. Или сам этот, металл-то этот, отвалился. Кстати, могла такая быть тоже. Ну все, отворачиваем, короче. Так, короче, вроде нашли причину. Ну как нашли? Стартер это, скорее всего. Вот, смотрите. Венец все целый. Этот бублик, ну, пластину эту не оторвало саму. Как бы мотор проворачивается, все, видите. Но зубы маленько какие-то такие покоцаны. Сейчас Андрюха тут поснимает, а я попробую крутануть стартером. Посмотреть, что там будет с маховиком происходить. Будет он шевелиться, нет? Не, соскальзывай. Пытается хоть провернуть? Ну так, чуть-чуть. Он сейчас пустую, да, крутит? Да. Все понятно. Почему она у него на ходу тогда заглохла? Не, ну мотор-то схватывали. Ну и что делать? Снимать стартер? Да, надо снять. Ну ладно, все, снимаем стартер. Забрал воздухаться надо. Тут не совсем удобно подлезть. Так, что там? 14, да, надо вроде. Да, на 14. Плохо видно, да? Вот такой вот стартерочек. Редукторный так-то. А может прокрутить мотор маленько? Ну тут зуб как сколотый немножко. Надо поменять его. Бенник сухой. Да, бенник.
Так, сейчас мы его разберем, конечно. Так, ну я еще плечи разберу. Сейчас прокручу мотор. Посмотрю, все зубья на месте или нет. На маховике. Потому что бывает, что выбьет два зуба. Все, и он начинает бжикать, бжикать. Крутит, крутит, соскальзывает. Во. Я крутил, что не знаю, что. Нормально. Побитые, вот, вот тут побитые вот зубы. Ну потому что тут било в одном месте. Да, вот они побитые вот тут. Ну не, не выколоты. Пошорком. Нормально. Что-то просто это. Масло бежит из сальника вот это, да. С коробки. Нет, ничего не болтается. Я думаю, стартер это. Почему только он у него заглох, я не пойму. Ехал, хрюкнул, встал. Вот это. Так, ну что, давайте разберем. Что тут на 8? Уже разбирался стартер-то по-любому. Торцовый надо. Это шарик там внутри упорный. Так, водилу надо снять. Надо этот открутить. Втягивающий так не снимется. Что-то начался для доли. Андрюха нам перебирал. Так-то его вроде как перебирали у нас. Пятачок, пятачок. Чего вот его? Так, ну давайте сейчас его это. Смотрите, все по сути. Уфигошу. Снимай, снимай. Посмотрим, как она на резкие звуки. Кстати, мы снимаем сейчас на две камеры видео одновременно. Потом можете это. Я, может, слеплю так видео, как бы с одной, со второй камеры перемешку. И посмотрите, какая лучше снимает. Может, вообще два видео выложу одновременно. Только с разным качеством. Ну, все, в принципе, а что тут? Надо заказывать его. Где тряпочка? Вот такой вот бендик, даже номер есть. Вот, кстати, фокусировку посмотрим, какая лучше фокусируется. Тоже нормально. А ты эту-то не видишь, что снимает? Ну, это я знаю, это же хорошо. Ой, Андрюша, на камеру лучше же. Все, давайте на этом видео это закончим. Потому что тут сейчас будем разбираться, в чем причина ее конкретно. А уже продолжим, наверное, в следующей части. Если ничего такого уж не будет, ну поставим стартер. Да. Это, может, видео даже закончим. Ну а пока, как говорится, или ждем продолжения, ну или следующей части. Или заканчиваем, или следующей части. Ну, пока, говорю, закончим. Как говорится. Заходите в плейлист «Авторемонт». Смотрите там видео, что мы делали с этим Mitsubishi. Я вставлю, кому интересно. Делитесь с друзьями, оценивайте. Как снимают камеры, качество видеосъемки. Подпишу, какая кадр, какая камера снимает. Также обзор сделаю скоро на свою камеру, на старую Sony. Как она модель у нас, я забыл. Ну ладно, напишу в описании. В общем, вот так вот. Так, взяли мы бенник новый. Оказался в наличии даже у нас в магазине. Один в один прям. А там каких-то еще Hyundai подходит. Вот его код, если интересно, 500 рублей стоит цена. Либо он нормально сейчас все там мотором было. В принципе, один в один, да? Так, ну все. Давайте теперь по-быстренькому соберем стартерочек. И, как говорится, уже, чтобы не париться тут. Мазать не буду, я ничего тут уже. Все намазано очень даже хорошо. Что-то колечко вечно довольно так проблематично ставить. Эту втулочку загнать. Оно еще растянуто сильно.
Андрюхова перебирал старший. Так, а вилку-то поставили, да? Где она? Вот она. Так. Блин, а как она была? В какую сторону? Так. В принципе, тут все. Так, старший сам теперь. Тык. А как же он-то тут у нас? Тут пазы какие-то. А, это резинка. Резинка. Так, болты. Так. Шарик там. Шарик еще внутри меня стоит. Вот. Ну, все, в принципе. Вот весь стартер. Дело-то. На 5 минут, да, Андрей Иванович? Тушина. Так, все, стартер собрали. Идем устанавливать его. Ну, я думаю, нормально сейчас все у нас получится. Блин, еще колесо спустило на нем. Ну и будем пробовать запускать его. Так, ну что, попробуем. Новый стартер. Запустится, нет? Хорошо она заводится, но долго. Ну, схватывает? Да нет, что-то не то. Он должен заводиться лучше. Может, там что-нибудь отцепили? Так, подожди. Катушка на месте, это все на месте. Ну вот сейчас же крутится, нормально движение? Да, вот сейчас крутится. Болты вот эти не выгрузятся, не ёбнутся. Так, ну что, попробовать еще разок. Пробуй газку дать. Чек горит это. Я забыл вот эту фишку поставить. А воздуха? Да. Такое вот видео было небольшенькое. Думали, очень серьезная поломка, ну как владелец думал. А оказалось, что все дело просто в бендиксе несчастном. В общем, вот так вот, будьте внимательны. Желательно помощник всегда нужен. Правильная диагностика, как говорится, вы гораздо будете веселее все делать. Заходите в плейлист «Авторемонт», оценивайте, комментируйте. Ну, это, как говорится, всем спасибо за внимание и до свидания.